Для того, чтобы приготовить томатный соус для пиццы, нам понадобится томатная паста, здесь у меня 400 мл, несколько зубчиков чеснока, соль по вкусу, базилик. Конечно же, итальянцы обожают базилик и добавляют его куда можно. Здесь у меня сухой базилик и острый перец. Перец можете добавлять, можете не добавлять. Это уже по вашему желанию. Обычно я беру вот такую литровую банку, заливаю томатную пасту сюда и добавляю все ингредиенты, какие я перечислила. И блендером все хорошенько перемешиваю. Теперь попробуйте на вкус. Если не хватает соли, перца, чеснока, то добавьте. И все на этом. Вкуснейший томатный соус для пиццы готов. Подписались на наш канал? И не забудьте нажать на колокольчик.